Ой, опять подружка пришла. Подружайка. Всем доброе утро. Мы сегодня поздно приехали на Голубые озера гулять. Встретили тут нашу подружку. Сейчас ее покажем. Можно гулять? Это Хасиня. Она тут периодически приходит со своей хозяйкой. А она тут болтается. И вот она с нами увязалась опять. У нас есть уже на канале зимние ролики, там, где они дрались с ней. Дрались, потому что она играть не умеет долго, спокойно она начинает задирать. И получает от Акиты, конечно, от Вакая. Акита не вытерпит, даже кобель. Никаких таких жестких игр. В общем, он всегда накажет, ответит. Ну, здесь сейчас играют они пока нормально. Сегодня жарко даже. Сейчас свернем туда, вот к речке. На озера не хочу, там людей много, а она без поводка. Я-то своего могу взять. Мне, может, и влетит ни за что. Пойдем сюда, Вакай. Ну, она очень хитрая по поведению. Она все время около меня. Она все время слушается. Она видит, что я жесткий владелец. Управляю кобелем. А она начинает со мной договариваться. Постоянно контачит, постоянно прыгает возле меня. Видно, что уважает. Лапками меня начинает как бы радоваться. Начинает радоваться, прыгать и лапками меня. Ну, это говорит о том, что привет, я тебя рада видеть. Как же мы давно с тобой не виделись, я тебя помню. Ну, вот все такое. Я так это интерпретирую. Вот. На боках с ней играет хорошо. Пошли купаться, наверное. Это вот он с ней зимой дрался. Вернее, влепил ей. Побегать отпустила. Она все время на него ругается. Коза. Получит ведь. Сейчас разбушлатится, а потом получит. И потом орет опять. Бакауха она такая. Куси ее. Наглевшая девка. Не церемонься с ней. Вот она что начинает, истеричка. Нормально играть не умеет вообще. А не может без Вакахи. Это Акита тебе, не Хаски. Вот они, красавчики. И та купается, и Вакаха тоже. Пытается. Плавай, Вакай, плавай, купайся, иди. Что-то как не хочется. Побудем здесь, наверное, маленько. Пусть они носятся. Чувствую, он сегодня будет опять грязный. Ай, молодец. Гуляй, гуляй, можно, можно. Играют, конечно, супер. Вот она начинает его подкусывать. Он пока терпит, а потом нет-нет, да? Задаст ей. Девчонки пытаются влиять, конечно, на кобелей. Я просто не знаю поведения сук, у нас никогда не было. Поэтому я могу только наблюдать, анализировать. Хитришь, да, девчонка, ты хитришь. Зато было бы весело им, конечно, с Вакахой, если бы я завела вторую Акиту. Посадила на поводок, потому что пока идем дальше, чтобы мой не убегал. Он, конечно, слушается, но уже хуже. А тут, если какая-то критическая ситуация, он может среагировать. А людей полно. Поэтому вот так будем действовать.
Вообще это парковая зона теперь с туристами. И тут собака должна быть тоже на поводке. Но, видимо, хозяйка вот этой вот собаки законы не читает. Что, идем дальше, там отпущу его погулять. Та красотка своевольная бегает туда-сюда. Вот. Бакай, рядом. Рядом, мальчик. Хороший, молодец. Умница. Вот, а хозяйка где-то с этой собакой здесь живет на горе. Мы уже тут часто гуляем, я уже поняла. Собака, ребят, вообще невоспитанная. Она просто прыгает на меня, лезет лапами, хочет лизаться со мной. Ну вот, посторонняя вроде. Говорю, нет ей, делаю кусь, она все равно, смотрите, идет. Нет. Не понимает, что меня трогать нельзя. Всю меня изморала. Вакаха ее как будто тоже не отсекает от меня. Наблюдает только. Может, не понимает, что делать надо. Я же его не обучала сторожить. А она конкретно со мной налаживает контакт. Она прям заинтересована во мне. Как будто бы. Да, Вака? Ходят кругами, метят друг за другом. Я села на лавочку просто. Сейчас. Привет. Вот. Я хочу посидеть, а поснимать для вас. Но они почему-то вот около меня начинают тусоваться. Тоже траву ест, смотрю. Все. Накрылись игры медным тазом. Ну что, пойдем? Сейчас дойдем до старой ивы, которая уже разрушается. Старое-старое дерево. И там еще до ручья. И потом назад пойдем. Какая огромная. Развалившееся уже дерево. Такое. Бегают рядом. И все. Бакаха как бы контролирует меня, но все равно. Команда «Ждать» у нас работает великолепно, независимо от собак. Молодец, мальчик. Радуешь мамочку. Вака, сидеть? Сидеть, говорю. Только по два раза надо повторять. Хорошо, молодец. Молодец. Можно гулять? Награда – это вольный выгул у нас. Ну вот, пришли к ручью. Тропа тут продолжается. Тут, видимо, еще мостик будут делать капитальный, потому что этот хлипенький. Пошли, Вака, пошли вперед. Когда будут дожди, тут все поплывет. У нас тут глина. И, конечно, водичка здесь хорошая.
Ай, молодец. Все попил? Давай пойдем. Все, стоять. За нами люди идут, поэтому пришлось посадить товарища. Все, отпустила. Мы от ручья возвращаемся назад. Она нас не отпускает, ходит за нами. Она вроде как сама по себе и в то же время как будто бы с нами. Хитрая собака. Там девушка покормила эту собаку, и она от нее теперь не отстает. Она очень приставучая, конечно. Но Вака ее ждет. Ну вот мы уже подходим к водопадам. Так она с нами прогулялась туда-сюда. Держалась все время вблизи. Вот, и она уже пошла там по своим делам. А мы еще посмотрим на красоту с этого берега. Вакай, он, конечно, все за ней плетется. В этом сила девочек. Красота. Наши голубые озера. Она бежит опять к нам. Че, говорит, вы тут застряли? И бежит ко мне, заметьте. С моей стороны. Вот. Ну, виляет, общается со мной. Знает, с кем надо, да? Реагирует на меня. Хорошая эта девочка.